там снежок. Вижу холмики. О, привет, ребята! Меня зовут Нагая. Я девочка-эскимоска. Я живу на крайнем севере, в тундре. У нас зима бывает практически круглый год. Редко можно увидеть нашу тундру без снега. Я с мамой и папой живу в иглу. Так наш домик называется. Он круглый, а еще он сделан из снега. Вот. Иногда мы встречаем животных. Рядом с нашим домом может пройти горностай, а может пройти лиса. А однажды я встретила пингвина! Самого настоящего! Пингвины в тундре не живут. Они живут в Арктике. И одному пингвинчику захотелось отправиться в путешествие. Да, мне хочется посмотреть новые земли. Хочется встретить новых зверей. Жаль, летать не умею. Пингвины, увы, не летают. Зато мы умеем плавать. Стоит ли мне отправиться в путешествие? Да, будет что рассказать. Я хочу. Пингвинчик отправился в путь. Он поплыл, как дельфин. Быстро-быстро! Вперед! Вперед! Путешествие! Когда пингвинчик уставал, он находил на дороге льдинку, залезал на нее и отдыхал. Ох, отдохну немного, а то утомился. Интересно, как выглядит та земля, куда я отправился? Там тоже есть снег? Или там есть что-то еще? Какие там звери? Есть ли там пингвины или тюлени? Интересно узнать. Я не знаю, как долго плыл пингвинчик, но прошло время, и он увидел землю. О, земля! Земля! Я доплыл! Ура! Оп! Вот я и на земле. Она похожа на Арктику, но здесь нет пингвинов. Вообще! О, зато я вижу других птиц. И они летают. Здорово! Пингвинчик стал осматриваться. Позади него был холодный океан, а впереди виднелись холмы, засыпанные снегом, и сплошная тундра. О, холмики! Надо бы забраться и посмотреть, что здесь есть. Пока кроме птиц я никого не увидел. Камешки? Интересно, я их раньше не видел. Вскоре пингвинчик дошел до холмика. Он поднялся на холмик и стал смотреть на окрестности. Так, что же такого интересного есть на этой земле? О, кто это пробежал? Я не видел этого зверька. Кто это такой маленький? Так, о, что это за необычный холм стоит вдалеке? Такой круглый! Мне хочется посмотреть! Отправлюсь туда! Это был не холм, это был наш домик. Да, пингвинчик отправлялся туда, где я жила вместе с мамой и папой. Я решила погулять. Папа отправился на охоту, а мама стала вязать одежды для меня. Доченька, я буду вязать новую шапочку для тебя. О, хорошо, мамочка! Мама, а когда папа придет? Я думаю, что ближе к вечеру. Он отправился на охоту. Я поняла. Ты можешь погулять. А как я закончу, мы можем вместе пойти на прогулку. Ладно, я тогда пошла. Только будь рядом. Если увидишь хищника, лучше возвращайся в дом. Угу. Я вышла из дома. На улице было морозно, но солнечно. Я люблю такую погоду. Ура! Солнышко! Люблю солнышко! Я решила слепить снеговика. Пока я лепила снеговика, сюда стал подходить пингвинчик. Он внимательно смотрел на наш дом. Ого! Какой интересный холм! Аккуратный такой! Круглый! У нас в Арктике таких холмов нет! Пингвинчик так засмотрелся на холм, что не заметил, как столкнулся со мной. Ой! Ой! Кто это? О, ух ты! Что это за зверек такой? На птичку похож. Вроде не злой. Черно-беленькая птичка. Пушистенькая.
но большая. Эй, ты кто? Я пингвин. Я из Арктики. Пингвин? Ого! Я никогда не видела пингвинов! Да? А почему? Здесь пингвинов нет. Они тут не водятся. О, ясно. А ты кто? Я человек. У меня есть имя. Имя? Да, у каждого человека есть имя. Меня зовут Нагуя. Я девочка. Очень приятно. Я мальчик, только у меня нет имени. О? Хочешь, я придумаю тебе имя? Давай. О, я придумала. Назову тебя Ила. Ила? Да, это имя означает друг. Хорошее имя. А что значит твое имя? Имя Нагуя означает чайка. Вот. Интересно. Когда я приплыл сюда, я увидел птиц. Это были чайки? Угу. Они любят летать над водой и ловить рыбу. Постой, ты ведь тоже птица? Да, я птица. А ты летать умеешь? Нет, пингвины не умеют летать. Жалко. Но я тоже люблю рыбку. И я умею плавать. Плавать? Ух ты! Ага. А еще я умею нырять. Пингвины любят плавать, как дельфины. Мы прыгаем, затем ныряем. Прыгаем, ныряем. Вот так. Мне хочется посмотреть. Ила, покажи, как ты плаваешь. Да, я покажу тебе. Пойдем к морю. Мы пошли на берег моря. Когда я и пингвинчик дошли до моря, Ила тут же нырнул в воду. Ух, и я снова в воде! Смотри, Нагуя! Оп! Как это прекрасно! Ты так хорошо плаваешь! Как ты научился так отлично плавать? Родители меня научили! О, рыбка! Сейчас ее поймаю! Так... Ага! Попалась рыбка! Ага! Ты так легко поймал рыбу! Конечно! Хочешь рыбки? Нет, спасибо! Не хочу! Ладно! О! Что это ты так внимательно на меня смотришь? Просто я не видел раньше людей. О, у тебя такая мягкая шерстка. Это одежда. У людей не бывает такого меха. Люди носят одежду. Она защищает нас от холода и от других вещей. Так как в тундре очень холодно, мы всегда носим куртки с мехом, меховые шапки и сапожки. Я понял. Нагуя, а что это за холм, у которого мы встретились? Холм? А! Ну ты даешь! Это не холм! Это дом! Дом? Ага! Это снежный дом! Называется иглу! У каждого человека есть дом! Это как у птиц! У них есть гнездо, а у нас есть дом! Наш дом сделан из снега и льда! Ого! Да! А внутри он покрыт мехом, чтобы в нем было тепло. Как интересно! Я живу в доме не одна. Со мной живут мама и папа. О! Я хочу показать тебя маме! Она тоже раньше не видела пингвинов! Мамочка! Мамочка! Да, доченька. Смотри, кого я нашла! Это пингвин! Надо же! Я никогда не видела пингвинов. Откуда такой дивный зверек? Из Арктики. Я его назвала Ила. Ила, это моя мама. Здравствуйте. Здравствуй. Как же ты здесь оказался? А мне захотелось отправиться в путешествие. Вот я и отправился сюда из Арктики. Только приплыл сюда, а уже увидел много нового. Чудеса. Мамочка, я могу поиграть с пингвинчиком? Да, можешь. Ура! Ила, пошли играть. Иду. Я решила показать Иле, как я леплю снеговика. Смотри, Ила, я здесь лепила снеговика. Мне осталось лепить еще один снежок, и снеговик будет готов. О, снеговик? Ага.
Дети любят лепить снеговиков. Так, маленький снежок превращается в большой. Вот, сейчас я поставлю его. Вот так. Готово. Осталось только нарисовать глазки и ротик. Вот. Смотри, какой веселый снеговик получился. Да, забавный. Улыбается. Только не хватает носика. Сейчас сделаю носик. У меня есть маленький шарик из меха. Морковок у нас нет. Тут ее не вырастешь, холодно. Сейчас. Вот. Теперь у снеговика есть носик. Смотри. Вот, совсем другое дело. Ага. Ила, давай поиграем. Давай, а во что? В снежки. О, давай. Защищайся. На. Хоп, не попало. Лови. Ай, ты попал. Держи. Не попал, лови. О, я попала. Да. Ой, не успел отойти. Нам было весело. Я с Илой поиграла в снежки. Затем пингвинчик вновь решил поймать рыбку. Плавал он великолепно. Вечером Илла решил отправиться обратно домой. Я его стала провожать. Пожалуй, мне пора возвращаться. Было отличное путешествие. Я увидел новую землю, увидел тебя, твой дом, новых зверей. Я не ожидал. Да, впечатлений море. Да, согласен. Я был рад с тобой познакомиться, Нагуя. Я тоже, Ила. Если снова окажешься здесь, заходи в гости. Поиграем. Ладно. Можно я тебя обниму? Да, можно. Хорошенький, пушистенький. Спасибо. Я поплыл домой в Арктику. Меня ждут. Хорошо. Спасибо тебе, Ила. Хорошей тебе дороги. Пока! И тебе спасибо. Пока! Да, я увидела самого настоящего пингвина. И вы знаете, иногда Ила к нам приплывал, и я с ним играла. Хорошенький пингвинчик. Добрый, пушистенький.